Как сделать судебную систему более открытой, а соблюдение прав граждан беспрекословным? Тема торжественного собрания, посвященного 95-летию Верховного суда Мариэл, оказалась вовсе не праздничной, а касалась повседневной работы судейского корпуса. Ведь для жителей Мариэл, как и всей страны, именно Верховный суд является решающей инстанцией в поиске справедливости. От имени главы Мариэл судейский состав поздравил первый заместитель председателя правительства республики Сергей Сметанин. Напомню, что Сметанин сам выпускник юрфака, имеющий большой опыт работы в судебной системе. Мне очень приятно находиться вновь в судейской аудитории по понятным причинам. Здесь особый дух, особая аура, здесь особые люди. И мне приятно это еще раз прочувствовать и осознавать это. Для судей я хочу в первую очередь пожелать, ну, конечно же, грамотных, справедливых, законных решений. Решений, которые будут по качеству восприняты в вышестоящих инстанциях соответствующим образом. Таким образом у вас не будет отмен ни от обжалованных актов, ни от количества их рассмотренных. Хочу вам пожелать, чтобы сроки процессуальные были соблюдены, и сроки отписки, и сроки изготовления, и сроки вынесения решений.